Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Стройгарант Анапа». Мы находимся в коттеджном поселке Звездный. Он расположен прямо на въезде в хутор Красный Курган и насчитывает 50 коттеджей в едином архитектурном стиле. Рядом проходит Симферопольское шоссе, оно позволит быстро добраться до пляжей Черного моря, как на личном транспорте, так и на общественном. А автобусная остановка находится в шаговой доступности. И сегодня мы с вами посмотрим коттедж площадью 86 квадратных метров. Здесь, по желанию клиента, вокруг дома и преддомовая территория выложена плитка, а также есть навес для автомобиля. Коммуникации здесь электричество 15 киловатт, центральное водоснабжение и индивидуальный септик. Сам коттедж построен из газоблока, плотность D500, отделан он декоративной штукатуркой Баумит. Кроме того, здесь по желанию клиента сделаны вот такие перила. Фундамент этого коттеджа выполнен из монолитного бетона шириной 400 мм и высотой 700 мм. Используется бетон марки М250. Стены, как я уже говорила, из газоблока. Он усилен армирующей кладочной сеткой 50 на 50 мм. При монтаже кровли используются стропильные балки из досок 50 на 150 мм. Все деревянные конструкции обрабатываются огнебиозащитой. Покрытие кровли из металлочерепицы толщиной 0,47 мм. Выполнен монтаж водостоков, снегозадержателей и сливных труб. По периметру кровли защита от ветра. Установлены двухкамерные стеклопакеты, то есть в них три стекла. Снаружи дом утепляется плитами каменной ваты толщиной 50 мм. Далее отделка декоративной штукатуркой Баумит с добавлением лака. Не выгорает, не промокает, отличное качество. Сегодня здесь уже начались отделочные работы. Пройдемте вовнутрь, я вам расскажу немного о планировке дома. Сразу мы попадаем в прихожую, а вот направо у нас бойлерная. Здесь будет установлен электрокотел и разводка под теплый пол. Как и во всех наших проектах, предусмотрено три зоны теплого пола. Это прихожая, санузел и кухонная зона. В данном проекте две спальни. В одной есть выход на террасу, а также просторная кухня-гостиная, также с выходом на террасу. Ну а теперь более подробно о планировке. Прихожая 3,1 квадратных метра, котельная почти 4 метра. Места там вполне достаточно, чтобы использовать его под свои хозяйственные нужды. Далее у нас идет коридор площадью 5,3 квадратных метра, из которого мы попадаем в большой санузел. Его площадь почти 6 метров. В две спальни 10,5 и практически 16 метров, а также кухню-гостиную площадью 39 квадратных метров. Терраса 32 квадратных метра. Она не входит в общую площадь дома. Кстати, посмотреть планировки всех наших проектов вы можете на сайте sga23.ru. Отличительная особенность именно этого проекта – это большая терраса. Она практически 40 квадратных метров. Есть два выхода. Один выход из кухни-гостиной и другой выход из спальни. Здесь уже по желанию заказчика часть террасы застеклена. А открытая часть террасы полностью огорожена перилами с коваными элементами. Сегодня вы посмотрели обзор дома 86 квадратных метров. Он построен по индивидуальным предпочтениям заказчиков. Чтобы узнать цену, вы можете позвонить в отдел продаж. Наши менеджеры ответят на все интересующие вас вопросы. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Мы всегда отвечаем на все вопросы. С вами была Инна Борисова, компания «Стройгарант Анапа».